моей сумке. Молодой человек. Бабушку пчелу ищу. Вы роетесь в моей сумке, молодой человек. Что вроде, делаете? Вроде в моей сумке. Зачем вы роетесь в моей сумке? Что вы там хотите достать? Не знаете, почему он роется в моей сумке? Не знаю. Рутен! О, схватил. Видел? Схватил. Схватил. Человек, у вас вооружен. А где носок-то? Носки одеваем, смотри, смотрим носки. Не видно. А свет? Профессионально. Можно, кстати, по носкам играть еще. Вы же ноты не взяли? По носкам играть можно. Thank you.
садеве каладу, амина дава.
не всех, а лишь тех, кто осмелится ждать. Идти. Ходишь за гнилой тропе, остался круг. Представляем бабушку пчелу. Все закрыли глаза и представляем бабушку пчелу. Thank you.
бабушку из китайских переводчиков пропаганды советской. Не знаю, я не поймем, но вы сейчас поймете сразу. Наверное, видели в интернете. «Лето в лесу» называется. Сочинение на тему природы. Красиво и сухо летом в лесу. Летний лес всем чудесен. Он мне любовен и мягкий. Прельстиво и тепло. Мне интересно там бредить со своим любовным другом. С другом в лесу сладко и тепло. Там мы с ним любуемся. Да.
Oh, God.
Thank you.
Бабушка пчела. Вот и все.